Мы на месте. Мы приветствуем Жанну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Смотри, она кивает, но она вся в как в оболочке. У нее огромный спрут на голове, и он ее щупальцами все обнимает. И у нее на ногах даже, она как вот на каких-то пружинах по этим, на этих щупальцах стоит. Хорошо, вытягивай спрута, кидая в клетку тюрьму. Спрут получает удар 50 тысяч герц. Сканер, разрежь эту оболочку вокруг нее. Как она выйдет, сворачивается в шар. И этот шар отправляется в отдельную клетку, сила моего намерения. Пошел процесс. Ну, эта оболочка, она как пленка, которая вода была. Готова она в шаре. Отправляю ее в клетку, тюрьму, в отдельную. Хорошо, даю команду, значит, 3 сканера сканируют пространство над головой Жанны, под ногами 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Жанны, находит все. Синий дракон, инсектоид и бес. Какой бес? 9. Какой у нас синий дракон? 12-13. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Жанны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Была получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо, бес, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 3 месяца. В квартире присутствуешь? Присутствует. Присутствует. Хорошо. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. Инкубатор есть? Есть 2. 2 инкубатора даже. У меня к тебе будет много вопросов, связанных со здоровьем Жанны. Потому что есть подозрение, что твои инкубаторы и твое воздействие на нее привели к очень серьезным проблемам со здоровьем. Будем разбираться. Синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 9,5 месяца. 9,5 месяцев. Сколько находится спрут в этом биополе? 11 лет. 11 лет. Хорошо. Сейчас мы сделаем следующее. Реверс идет, да, Верочка? Ну вот к спруту какая-то, как слизь идет. Итак, спрут. Сильно выпадают волосы. Болит спина и шея. Плохо работают лимфатические узлы. Гормональные сбои. И постоянно бросает в жар. Над клеткой ответственного загораются маячки. Кто это сделал? Это, ну, спрут, понятно, горит. Инсектоида мигает. Инсектоид. Как лампочка мигает. Хорошо, инсектоид. Бросает... Гормоны идут слова от него. От этого идут все слова. Все остальное это спрут. Все остальное спрут. Значит, реверс закончился. Понял. Выпадение волос, боль в спине и шее. Это понятно. Он сидел наверху. Лимфатические узлы. Твоя работа. Спрут. Да, они забиты его слизью. Он скручивал ее. Щупальца у него до самого самых ног. Спрут, я вот не понимаю, у тебя вообще есть какие-то основания находиться в этом биополе без согласия души? Ты вошел на силу. Подсасывал энергии, полностью не оттягивал сверху. Хорошо, посмотрим, заинтересуется ли твоей особой сегодня межгалактическая полиция, если ты дойдешь до конца. Потому что 11 лет такого массивного воздействия, это уже переходит все рамки, все границы. Ты просто беспредельничал. Она терпела. Она терпела, посмотрим, сколько ты вытерпишь. Когда перед тобой откроется галактическое ядро, посмотрим, спрут, она терпела. Она понятия не имела о твоем присутствии. Ты это использовал против ее воли, против воли ее души и вопреки всем законам мироздания, о чем я уже только что сказал. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Жанна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая, 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Жанна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Синий дракон, ты присутствуешь в квартире? Присутствует. И кто еще присутствует, кроме беса и синего дракона в квартире? Спрут присутствует. И спрут, и там. Вот ты посмотри. Не спрут. Придется тебе указать твое место. Реверс закончился. Так, начинаем с вытаскивания того, все, что оставил, осталось. Бес. Есть лярвы в биополе Жанны? Да, есть. Где они находятся? Ниже живота.
Низ живота. Шея. Да. Инсектоид и спрут ответственны за эти лярвы, правильно? Но он боль видит, он не знает, кто за это. Хорошо. Ответ. Хочешь получить эти лярвы? Хочет. Выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Должен мне на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Не волк, как небольшие носки снял он. Невысокие, в смысле. Разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Хорошо. Инсектоид, выходи, вытаскивай свои инкубаторы, крепления снимай, отсасывай всю жидкость, чтобы никакой твоей жидкости не осталось. Если ты причинил какой-то вред, ты должен залечить это на месте сейчас. Ты знаешь, какой энергии, чтобы твоих следов там вообще не осталось. И все высушить. Готово. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы и возвращайся назад, отключайся полностью. А он при этом глазе был, ее глазами смотрел. Так, синий дракон, чем ты занимался в этом биопуле? Жизнь на Земле наблюдал ее глазами и развитие души. И не может он понять, почему она так долго ждет и терпит, как будто жизнь на Земле бесконечна. Знает о душе, знает о ее желании и оставляет это на последний момент. А выполняет желания других душ. Хороший вопрос. Ты не влиял на нее ничем? Ты пассивно наблюдал или ты что-то ей транслировал? Не транслировал. Был интерес, так как для нас... Ты обучался? Для нас мое внутреннее состояние – это закон. Я следую ему, а вы забираете его глубоко внутрь. Это, и, наверное, слушайте, да. И слушайте желания других людей, других душ, не проснувшихся. Это Хорошо. Интересно для меня и необычно. Меня это тоже интересует. Может, Жанна когда-нибудь ответит на этот вопрос. Он все снял? Да. Спрут, что-нибудь осталось еще в биополе? Остались присоски, есть у него. Хорошо, выходи, вытаскивай все свои присоски, возвращайся назад. И вытаскивай всю свою жидкость, я тебе сразу говорю, высушивай все, прочищай лимфатические узлы от своей слизи, если что-то осталось, и докладывай о готовности к проверке. Она будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если что-то кто-то оставил, он по каналам сгорит в этой клетке. У него ноги, руки, присоски, вот как в оболочке она была, сам он был на голове, и его длинные Понятно. Лапы Пентакли. До самого низа были. Понятно. Все снял он. Щупальцы его. Хорошо. Так, да, идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Жанны со спрутом его оболочки, синим драконом его платами, инсектоидом его инкубаторами и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Бес, скажи мне, в квартире кто-то есть или ты один там? Черт, есть демон? Один. Значит, покажешь мне тогда все порталы в этой квартире. После того, как я тебя отпущу туда, ты соберешь все, что ты там оставил. Дожидаешься меня, показываешь мне порталы, я их закрываю. После этого я собираю тебе весь негатив в этой квартире. Устраивает? Да, устраивает. Синхронизация закончилась. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Итак, бес, я сейчас открою портал и отпускаю тебя, как договорились, в квартиру. Открывается портал в квартиру Жанны. 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал, дожидается нас, собирает все. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, открываю тебе тогда. Сейчас портал в квартиру. 1, 2, 3. Открывается портал в квартиру Жанны. Синий дракон уходит в этот портал, снимает свои платы, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя еще раз. У меня здесь спрут с оболочкой 11 лет сидел. Массивный вред нанес здоровью вместе с инсектоидом, который сидел 7 лет с двумя инкубаторами. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Человека там собирается удалять уже очень органы из-за них. Должна тебе сказать, что человек мог прийти намного раньше. Отпускай. Они не трогали душу.
Хорошо. Благодарю тебя за информацию. Нам об этом один из интерферентов, дракон, сказал. Он не мог понять, почему человек так долго обращал внимание на желание других душ, чем на свою душу. Хорошо. Благодарю тебя за эту информацию. Спрут, ты еще находишься в квартире, я полагаю, да? Да. Инсектоид, ты тоже находишься? Нет. Хорошо, инсектоид, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Это для тебя будет очень опасно. Мы будем проверять эту душу. Тебе это понятно? Понятно, он вообще надолго запомнит. Это для него урок был, его первый раз так поймали. Хорошо, я тебе скажу, тебе еще повезло. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Он забирает свои инкубаторы и все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут, тебе последнее предупреждение. Если ты еще раз когда-нибудь, я тебя встречу на своем пути, в какой-нибудь душе, ты уже не уйдешь никуда. Все понятно? Да, понятно. Открывая канал в квартиру Жанны, Спрут сначала пойдет, соберет все, что он оставил, я проверю и отпущу его оттуда на его чистоту. Спрут уходит в этот портал. Готово. Хорошо, закрывай, печатай, растворяй. Клетка пустая должна быть или осталась оболочка от Спрута? Здесь есть, да, его. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Как птица, у нее душа. Она ангел. Ангельская душа. Хорошо. Трепещет она, как птица. Готово. Пусть тонкая копия Жанны вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 680. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Жанны до числового значения 680 Гц. Пошел подъем. Она всегда знала, что она ангел. То, что это было озвучено, ей дало большую уверенность внутри. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Жанна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я переполняю чувства. Давай посмотрим на больные органы. Если проблемные зоны присутствуют, они подсвечиваются красным цветом. Но у нее сейчас все очень ярко, и стержень ярко выражен внутри души. Но подсвечивается это низ живота. Да. И шея, вот эти места кости, я бы сказала, вниз, которые идут как черепные, позвоночник. Хорошо. Открывается 2 потока, один для... Они заливают, и запускается процесс исцеления. Да, будет так, и так и есть. 32 Гц идет. Информация вообще идет, что она когда это будет слушать. Да. Все эти потоки должны переносить на физическое тело и представлять, как энергии заживляют те точки, которые ей нужны. Растекается везде. Хорошо. Частота вибрации 32 Гц было сказано, да? Да. И понимаем частоту вибрации этих потоков до 32 Гц. Потоки заканчиваются автоматически, когда будут наполнены полностью органы. Они внутри, а то есть они циркулируют дальше, эти потоки готовы. Хорошо, они будут по кругу ходить. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Жанна? Мы закончили вашу чистку. Я спросил уже, да? Еще раз прошу. Эмоции переполняют. Отлично.